Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Рыболовные сети» и «Рыболовные мережи». Сегодня мы с вами будем разыгрывать непосредственно приз, подарок от канала. Это рыболовная мережа, которую вы все видели. Кто захотел принять участие и выиграть данный приз, тот принял участие. Вот непосредственно это рыболовная мережа, этот видеоролик на канале, на котором находится на канале Ченч. Вот перечень, кто здесь принял, захотел принять участие и непосредственно уже правильно все сделал. Да, сейчас просматривать мы это не будем. В прямом эфире я специально не делаю, чтобы не было каких-либо исправлений относительно уже. Вот этот видео, небольшое количество людей приняло участие. На независимом, непосредственно независимом розыгрыше вставляем здесь ссылочку этого видеоролика, вставляем ссылочку и нажимаем кнопку. И будем смотреть, кто выиграл данный приз. Внимательно наблюдаем. Петя Веревкин. Уже пора мережи рыболовной выставлять, а мы ждем, когда ее размножают. Понятно. С нетерпением Петя Веревкин ждет. Посмотрим по условиям Петя Веревкин. Каналы. У него не открыты каналы, Я не вижу, что он имеет подписку по условиям двух каналов. Некоторым я писал, что откройте, пожалуйста, каналы, чтобы была видимость подписки. Петя Веревкин не становится победителем. Продолжаем. Рыбачок 68. Рыболовная мережа. Обязательно будет моя. Смотрим. Рыбачок 68. Рыбачок 68. Его канал. Подписка на каналы. Смотрим. Да, у него все открыто. Все у него открыто. Подписка на канал Ченч присутствует. Есть она. А вот подписки, ой, прошу прощения, рыболовные мережи, тоже есть подписка. Ну вот видите, как человек оригинально хотел, импульс вселенной сработал, рыбачок 68, рыболовная мережа, обязательно будет моя. Я вас поздравляю, сегодня вот у меня 25 число. Как я вам и обещал, что 25 числа, ровно через месяц, пройдет розыгрыш приза. У меня сегодня день рождения, а дарю, как обычно, подарки я. Я вас поздравляю, выйдите со мной на связь, пожалуйста, любым удобным для вас способом. Это или электронный адрес, или WhatsApp, или телефон. Сообщите ваше место проживания. Ну, там мы спишемся, свои паспортные данные, и данная вещь, данный приз, подарок мережа уезжает к вам. Спасибо за внимание, всем хорошего дня, удачи, вы были на канале «Рыболовные сети» и «Рыболовные мережи» Бондаренко. Спасибо.